Так, запись пошла, все. Ну что, ребята, я вообще в панике, где мы находимся. Супер место, очень тихое, частный район. Здесь никого нету, да, то есть это частный район. Вот я сейчас стою в вашем саде. Здесь растут лимоны, апельсины. Все можно кушать, мандарины, что там еще. Все, вот. Это вот ваш первый этаж. Это ваш сад. Здесь могут играть дети, вы здесь можете жарить шашлыки. И как бы, что хотите, то тут делаете. Заходим внутрь. Внутрь заходим. Это зал. Зал как бы просторный. Сейчас я отойду. Так, это вход. Это вход, ингрессо. Это вход. У вас их тут два входа. Вот. Заходим. Это первая ванна. Так. Первая ванна. Конечно, так все не снимешь, как хотелось бы. Непрофессионально, конечно, камера. Это вход с этой стороны на кухню. Вот. Вот это зал, то, что я вам показывал. Дальше там сад. Так, вот это кухня у нас. Это дверь, то есть здесь два входа. Достаточно просторные. Вас уже ждет в холодильнике пиво. Red Bull. Так, вытяжка все есть. Отлично. Потом. Первая спальня для детей, я так понимаю. Здесь у вас будет тоже отдельный вход. Еще одна ванна, только уже с душем. Вообще шикарно, шикарно. Шикарно. Так, шкафы есть. Мебель не зачуханная. Так, это ваша, так сказать, спальня. Вау, тут зеркала. Круто. Для взрослых очень будет интересно зеркалами жить. Это выход в сад. Офигеть. Вентилятор. Ну, в принципе, все. Апосто. Мольто. Си.